Народ, всем здорово-здорово. Так, пришел домой, ужасно хочу есть, но еще есть семья. Что в этих случаях нужно делать? Смотрим. Есть вот такой вот кусок кроличьих костей. Это так можно назвать. Вот как раз суповой набор. Есть вот такой вот кусочек. Сейчас, конечно, он выглядит, ну, не ароматно. Вот. Дальше смотрим. Есть у меня гречка. Греча. Вот столько. Есть пшенная крупа. Вот она. Вот столько. Сейчас достану морковку, почистю и картошку, все приготовлю. И мы начнем готовить супец домашний. Безработного папы. Поджарки они. Их тоже не нужны для организма. Но все очень вкусно. Как мы любим. Лук полукольцами. Обязательно. Перец. Пока ничего-то не пускаю. Я имею в виду не перец, а соль, перец, да. Так, смотрим. Запах лука пошел прям, аж глаза режет. Во, сейчас все это даст сок. Закроем и будем пока чистить картошку. Так, картофан. Я с улицы зашел, поэтому свитер и сразу галявится. Не стал сниматься, сразу кушать захотелось. В армии один раз попал на мойку, а картошку чистит. Ну, знать, что это такое. Да и, по сути дела, все должны пройти через это. Но я не... Вот, в первых рядах там был. Можно мне, можно мне. Ложками пробовали чистить от этого, как его называют. Ну вот, обычными ложками. Ножи все тупые ужасно. Но благо, что я деревенский, вот, когда я был, я раз-раз-раз ее обкафель. Подточил. Но руки разбивали в кровь просто-напросто. Ставится там. Если на обед, к примеру, нужно чистить не то там 5 мешков картошки, что ли. Если картошку давали, толченку. Деды тоже по-своему угорали. Ну, такие прикольные пацаны, но это жизнь, это нормально. Так. Сейчас.
все это дело сейчас пускаю морковь. Морковь не обжариваю. Еще одну важную деталь упустил, ё-моё, Алёша. Томатную пасту. Не знаю почему, но у неё пускают везде. Так. Сейчас посмотрим. Делаем? Не надо слез, не надо паники. Сливаем. Ставим. Включаем. И продолжаем. А этот бульон ждет своего часа. Вот сейчас так получилось. Да, кстати, я изобрету еще немножко своего. Овощи. Их тоже немного пущу. Вот тут и набух, этот уже. Так. Смотрим, томат сейчас даст свой цвет, вот этот классный. Все это дело обжарится, затушится. Да, немножко сюда пущу бульон, чтобы он покипел. И пока закрываем. Режем картошку. И суп готов. Сейчас точно вот видно. Во. Вот такое вот чудо получается. Видите, на каком огне. По максимуму сейчас его. Нарезал вот так вот картошки. Побольше, покрупнее их. Сейчас я сюда закину. Оп. Мешаем. Сейчас картошка немножко свой крахмал еще даст. И сверху питает себя вот этот весь жир, который мы жарили. Закрываем немного. Может так, чтобы немножко воды добавить. Все. Процесс дальше пошел. Время 15 минут, то есть 30 минут. И сейчас суп будет практически готов. Сейчас немножко поставлю. Закину сразу гречу. А гречу в воде она быстро варится. И все. Грубо говоря, час времени и сытно. Ну это если, конечно, есть мясо.
А у кого получится, вам хорошо. У вас родители в деревне живут. Так вы любите своих родителей. Поэтому... Смотрите канал дальше. Дальше мы идем. Дальше мы идем. Идем, песенку поем. Видите, да, вон? Картофан набрал насыщенность, вот как, во. 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 Но пока ничего не портим, ни перец не пускаем, ничего. Что, видите? Ничего не такого обычного. Так, теперь. Дело дошло до гречи. Пшёный. Пшёнка, она очень энергичная, то есть ее покушал, и не хочется долгое время кушать. Она сытная, поэтому ее в армии дают. Такое вкусное безобразие получается. Вот что. Сейчас это дело я. Берем соли. Видите, какая сольница. Шилки подарили. Теща. Родственники там у тещи есть. Вот. Сейчас вот остатки жира впитает в себя греча. В принципе, я весь бульон заливаю. Вот, а сюда уже добавим сейчас, чуть попозже, он чайник уже поставил, кипяченой воды. Знаете, если честно, уже хочется попробовать. Вот так. Чётенько прям. Так, ну, что-нибудь можно сюда пустить. Вот. Например, перчику. Вот. Для жгучести. Сейчас тем более. Вот так вот, да. О. Все наваристо становится. Цвет изумительный. Вот это суп. Немного отпущу Лаврентия Павловича. Без него ни один суп не суп. Смотрим. Время. 20 минут. Я ставлю его доваривать, потом заливаю кипяток. И будем дегустировать!
Ну а мы продолжаем варить суп. Помешать нужно обязательно, чтобы пшенка внизу не осталась. О! Как вкусно! Все, хватит! Да? Так, что у нас? Чайник. Заливаем водичку и пускай бурлит, кипит. Еще минут до кипения. Ах, супец будет. Сюда сейчас укропчик упущу сверху. Заморозку. Я заморозшую, замерзшую. Мы ее замораживаем в морозильнике. Вот так вот. Фрукты, ягоды. Здесь вот. Ну чё, господа, процесс пошел, как говорится, колесо закрутилось. Оп, и оставляем томиться. Время. Минут. Мы начали где-то без 15. Суп практически готов. Слюнки текут. Я все не могу. Я даже сюда не буду пускать майонез, как многие это делают. Понятное дело, что он немножко вкус прибавит. Вот ты только ждать, Мотя, будешь. Куда деваться-то, да, скажи? Будешь ждать, девочка моя. Во. Сейчас я тебе пока поставлю эту холодную воду. Пущу туда хлебца.